Ребята, всем доброе утро. Решила сейчас пересмотреть все свои купальники. Достала вот свои самые любимые купальники. Вот этот мне очень нравится. Это вообще новый купальник, даже с этикеткой. Мы в том году его покупали уже после моря. Он очень удобный в том плане, что, смотрите, здесь, смотрите, вот эта вот часть отстегивается, и получается он вообще без бретелек. Очень удобно в нем загорать будет. И вообще, для чего я достала-то сейчас купальники, выбираю купальник, потому что совсем скоро мы поедем на шашлыки, и я хочу там позагорать на Финском заливе. Поэтому вот выбираю себе купальник, в котором поеду. Первый купальник вот такой вот, наверное, все-таки на нем я и остановлюсь. Здесь, смотрите, еще и на завязках. В общем, очень удобный купальник. А это мой любимчик, я его просто обожаю. В том году он был просто моим фаворитом, не знаю, как в этом году, потому что я еще себе заказала новый купальник, и вот это вот новый, но посмотрим. Но вот этот я просто обожаю, он мне очень-очень нравится, мне нравится, как он сидит, и как он вообще, в принципе, выглядит суперски. Пишите, какого вам нравится больше, вот этот вот или вот этот. У меня есть еще вот такой вот купальник, здесь как валан такой идет. Но, если честно, этот купальник мне уже поднадоел. Я достаточно давно в нем хожу на море и просто как-то уже поднадоел. Хочется что-то новенькое. Я же, кстати, заказала все-таки себе еще один купальник на Shein. Как-то помните, я снимала видео, где выбирала себе купальники и все время думала, на самом деле в тот момент я так и не заказала купальник, я не могла определиться с цветом и с моделью. Мне нравился сиреневый купальник, но там бретельки, они не отстегиваются, меня это смущало, потому что, ну, мне не нравится, когда ты загораешь, и потом такой след остается от бретелек, ну, блин, не знаю, мне это не нравится. В итоге, я долго думала и заказала себе все-таки мятного цвета купальник, без бретелек. Ну, не знаю, может быть, конечно, бретельки отстегиваются, но, по крайней мере, на фоток их не было. Мне очень понравился цвет, качество купальника. В общем, я его заказала, жду посылочку, на самом деле. На Shein я позаказывала себе много вещей, помимо голубого платья и костюма, который я вам уже показывала. Заказала еще себе кое-что. В общем, скоро придет посылочка. Но я надеюсь, что скоро. Вот, кстати, многие задают вопрос, как быстро приходят посылки с Shein. У меня в основном это где-то, ну не знаю, полторы-две недели, не больше. А бывает вообще за неделю приходит. То есть очень-очень быстро. Так что я жду, не дождусь этой посылки. Там куча классных вещей. И совсем скоро я буду распаковывать посылку и буду, конечно же, вам показывать. Там еще, кстати, себе мама заказала тоже много всего интересного. Так что мы с ней очень ждем эту посылку. Обязательно все вам покажем, что заказали. Ну, а сегодня долгожданная рубрика. Вы ее очень ждали и просили. Это закупка к морю. Сегодня мы отправляемся в магазин, и я буду закупаться сладостями. Наконец-таки я буду пополнять себе коробочку сладостями к морю. Наконец-таки этот день настал. Да, сегодня мы идем в магазин закупаться сладостями. Так что давайте долго тянуть не будем и погнали. Мы уже пришли в Ленту. Смотрите, здесь полным ходом подготовка к лету, а точнее к морскому именно сезону. Разные круги, вот такие вот единороги здесь есть. Круг надувной вот такой вот, смотрите, классно вообще. Я не знаю, что это за птица, попугай какой-то. Но выглядит круто. И он прям супер большой, 2 метра, больше чем 2 метра. Стоит такой круг 2400. Смотрите, мяч надувной и внутри перья. Только в Ленте, кстати, написано, что продается. Вот такой вот был матрас в том году, фламинго розовый. Сейчас в Ленте вот именно вот такая вот серия всех надувашек именно с разноцветными перьями. Такой круг есть, матрас из этой же серии, но только здесь без перьев. И еще есть матрас вот в таком цвете. Ну, а вообще я-то, конечно, пришла сюда не за надувашками, а за сладостями. Еще смотрите, вот такой вот маленький мини-бассейн. Сейчас, кстати, хорошая скидка на него. Был 4500, сейчас 2800 с небольшой горкой. Крема, конечно же, здесь разные, их очень много. Но это мы будем покупать попозже. А сейчас мы идем за сладким. Я в дорогу возьму вот такие вот батончики Nesquik новинка в белом шоколаде, клубничные. Два батончика возьму. Возьму еще нутеллу. Вот такие вот батончики. Вообще, на самом деле, в Ленте появилось очень много крутых новинок. Я возьму вот такой вот мармелад Bon Pari, кислые червячки. Вот такие вот какие-то мармеладки, смотрите, кисло-сладкие в одной упаковке. Что-то необычное тоже возьму. А, кстати, я же не показала вам, взяла еще Skittles. Ну, пока возьму одну упаковку, а там посмотрим.
И возьму вот такие вот леденцы, они с начинкой внутри. Фруктовая начинка, я обожаю именно фруктовые. Ой, а Skittles еще возьму вот такой вот кислый. Вот. В общем, начинаем закупаться к морю, и это так классно вообще. Знаете что, вот я не знаю, взять мне вот пачку вот такую вот одну маленькую, или вот такую вот большую. Наверное, все-таки лучше будет взять маленькую пачку, потому что, ну, большую вряд ли, хотя ты все съешь. Нет, ладно, возьму маленькую. А вот такую вот Nesquik, это прям какая-то суперская новинка, я такую раньше никогда не видела, вообще супер. Так, ну и идем дальше. Еще, конечно, очень хочу попробовать вот этот мармелад. Тоже классно. Я понабирала все. Кстати, у меня очень много именно Bon Pari. Все такие сладости в основном Bon Pari. Шоколад, наверное, тоже я пока брать не буду. Кстати, смотрите, появился новый шоколад. Вот такая вот лимитированная серия. С вишней и с карамелью. Я думаю, с карамелью будет очень-очень вкусно. С вишней я пробовала уже. А с карамелью еще и такого вот именно не пробовала, но я думаю, будет очень-очень вкусно. Еще возьму вот такую вот Милку с орехом. Я тоже это уже пробовала, это тоже очень-очень вкусно. Есть еще с Орео, но мне больше с орехами нравится. А еще вот такая вот шоколадка, тоже ее возьму. Чио Рио, насколько я помню, тоже достаточно вкусно. Сейчас, кстати, смотрите, какая акция. 9 рублей, ну 10. Тоже два батончика возьму. Взяла еще сникерсы. Два сникерса взяла. Сейчас буду складывать все эти вот сладости в коробку. Взяла вот такую вот маленькую коробочку. Но я думала, что это нормальная коробка. Но, знаете, я сейчас посмотрела на сладости и поняла, что, по-моему, этой коробки мне не хватит. Но пока сложу все, я думаю, пока я все это умещу. Конечно, при следующей покупке нужно все это будет перекладывать в другую коробку, потому что, ну, мне кажется, она будет сейчас полная. Ну, давайте быстренько вам покажу вкратце, что я взяла еще раз. Вот такой вот фруктовый микс начинка леденцы. Кислые червячки. Вот такой вот какой-то супер новый мармелад. Я, честно говоря, такой даже не пробовала. Кислый и сладкий в одной упаковке. В общем, что-то необычное. Бриллианты какие-то. Вот такие вот новиночки Nesquik клубничные. Вот так вот здесь лежат. Чио Рио. Как-то пробовала, если честно, даже не помню, что за вкус, но думаю, что вкусно. Ну, по 9 рублей вообще. Ну, как я могла пройти мимо? Еще взяла сникерс, нутелла, вот такой вот батончик. Ну, написано типа новинка, на самом деле это уже давным-давно не новинка. И Skittles решила взять пока только кислый микс. А там посмотрим, может быть, еще возьму. Ну вот и все, видите, получается полная, ой, полная коробочка. О, слушайте, кто бы был вообще рад получить вот такую вот коробочку на какой-нибудь праздник? Мне кажется, вообще суперский бокс получился. Так, ладно, все, закрываем. И ждем моря. Ну, конечно же, я еще буду закупаться, потому что этого мало. Ну, согласитесь же, что этого мало. У нас сейчас 10:30, и посмотрите, как светло. Какая красота, как же я хочу погулять по ночному Питеру. Обязательно скоро поедем. Как получу аттестат за 11 класс, обязательно поедем гулять по Питеру. По ночному.